Всем доброе утро. Снежное утро. Не растаяло ничего. Ой, какая интересная сидит птичка. Что это за птичка? Кто знает? Посмотрите, сколько прилетело моих красавчиков. Только подошла к окну. Все ждут. Ну, ждете? Сейчас дам. Ждут. Только давай быстренько ты болеешь. Все, хватит, отходим. Вон их сколько. Все окно вымазали, надо помыть. Сегодня я буду варить борщ. Ой, это мой бурачок потертый, что мы вместе с вами его. Что нужно сказать? Всем привет-привет. Доброе утро, котенок. Иди кашку кушай. Хорошо. Так, это мои заготовочки лежат, что вместе с вами терла, потом замораживала, морозила. Вот видите, сейчас мне будет удобно. Бурачок, морковка, лучок, сделаю еще чесночок. А, еще и перец замораживаю. Сейчас еще перчик достану. Все это пережару и в борщ. Вот в этой кастрюльке я в ней на Пасху крашу яйца. Она мне такая универсальная для крашивания яиц. И варю бурачок, картошку и сейчас положу морковочку. Сделаю селедку под шубой. Вот посмотрите, вот замороженная морковочка, замороженный бурачок, замороженный перчик, шампиньончик, а под низом лучок и чесночок. Пожалуйста, добавляем кетчуп, соус томатный и заправка готова. Борщик я сварила, а бурачок мой еще варится. Такой у меня получился красивый борщ. Моя любимая девочка болеет и делает домашнюю работу. Нам в Вайбере пишут, а детки занимаются дома. Сходил мой котенок в поликлинику, горлышко полечил, носик полечил, коктейль выпил, да? Молодец. Они уже изучают мама, мне цифры. примеры писать? Да, примеры. Будешь мама, считать. а можно я на другой страничке Можно, а напишу? потом будем решать с тобой задачку. Все. Мальчики нашли 16 грибов. Мама положила в суп 6. Сколько осталось? Ну, сколько осталось грибов? Ну, грибов. Ну, давай, вначале ты запиши пример. Мальчики нашли 16 грибов. Значит, а что мы пишем? 16 минус 6 равно 10. Молодец. Умничка. Так, дай-ка твои примеры проверю. Ты хоть правильно решила? Так, правильно, правильно. 16 минус 6 равно 10, да? Да. Молодец, все примеры решила правильно. Ты моя умничка. Вот посмотри у Я книжки. уже посмотрела в тетради. Наши свечи стоят красивые, моя. И ангелушкина, ангелушка маленькая. Кируша у меня еще малыш. Ангелкина-копилочка и духи. Ангелушины. Да, доченька? Она у меня все еще делает уроки. Теперь я цепу 17 пишу. Теперь, да. И уже решила даже задачку, да? Отец. Что будем всем говорить? Было 16 уток. Улетела одна утка с коляком. Уток осталось. Сколько осталось уток? Мам, я читать теперь умею. Конечно, ты у меня молодец. Так Мама, сколько ты уток по мне осталось? Ты же решила задачу. гордится? Мама, Я тобой горжусь. Что я читать уже умею? Да. Ты у меня просто умничка. Что будем всем говорить? Всем пока-пока и ставьте новые лайки. Всем пока-пока.